Так, стрим вроде уже начался, по идее. Чатик, вы меня слышите? Вы меня видите? Дизам, я прочитал твои слова. Я читаю чатик. Обязательно. Видимо, вы меня не видите. Стрим идет уже минуты три, наверное, так что вы его немного прослоупочили. Так, да, все отлично. Привет, привет, чат. Привет. Всем привет. Вы смотрите Dionix Channel. И добро пожаловать на Майнхак. Да, сегодня я решил постримить этот сервер немножко. Туда мы не пойдем, потому что там Мел что-то мутит, что-то строит. Ну, тюрьму, видимо. Прогуляемся по моему дому, в этот раз вживую. Ну, правда, я ничего не построил, поэтому показывать особо нечего. Да. Первое сообщение от полскриптума на стенке, это место для объявлений, пишет ку-ку. Ну, ку-ку, полскриптум, если ты смотришь этот стрим хотя бы в записи. А может и не в записи, я, если честно, не смотрел. Да, кстати, X-Split говорит, что всего лишь два человека смотрят этот стрим. По-моему, X-Split нагло брешет. В наглую просто. Дизам. Привет, Дизам, да, ну... С остальными. Да, привет, Овощ, привет, Дизам, привет, кто еще смотрит из друзей и знакомых. И всем остальным тоже привет. Больше я привета передавать не буду. У меня тут такие товарищи живут. Уже четверо их для симметрии. Вот этот вот, кстати, с неплохими сделками, но только он только продает, к сожалению. Я так и не поймал ни одного жителя, который бы давал эмеральды. Глебас, я не буду ничего тебе говорить, я не буду никому ничего говорить по просьбе. Все, завязывайте, сразу говорю, завязывайте. Так, здесь, как видите, всякое барахло лежит. Пластинку выбил. Тут еще пластинок понавешал, но это из того, что вы не видели. Секретный проект все еще строится. Да, его я вам сегодня тоже не покажу. Сегодня я вообще планировал... строить, достраивать железную дорогу. Вот так вот. Внезапный вход через стену. Тут, значит, блин. Спуск. В будущее метро. Это вы еще не видели. Этого в отчетах не было. И четыре вот таких вот туннеля будет. Здесь как бы еще ничего не запланировано. Этот туннель будет вести к Мэлу в деревню. Этот тоннель будет вести в портал. Да, качество 720 пикселей. Я знаю, я его выставил. Ну, может, картинка рассыпается, но это потому, что выставлен битрейт 1150 всего лишь. У меня в видео, например, стоит 6 мегабит или что-то вроде того. Ну, когда я монтирую на YouTube. В общем, этот тоннельчик такой... Лаги, говорят. Нет, ребят, лагов нету у меня. Дропов 0, значит, все доходит до сервера, до вас... Как должно доходить. Если у кого-то лагает, это значит, что лагает ваш провайдер. Ваш интернет. У вас просто канал не тянет 720 пикселей. Так что я тут не при делах. Disconnect 13, по-моему, даже тебе отвечал в прошлый раз. Это ник... мой ник Dionix. Это ник одного из моих друзей в линейке на Shockey 4X10. Когда я только начинал играть в линейку. С Мелом. Я не знаю, буду ли я снимать что-то с Мелом. Для начала его надо выловить где-нибудь в онлайне. Я его обычно вижу на Майнхаке, очень поздно уже, бывает, заходит. Кто не смотрит, не досмотрит до конца, я не знаю, посмотрите завтра в записи на Ютубе. Ну или послезавтра, или когда оно обработается. Ну, в общем, этот стрим будет на Ютубе в записи.
Так, я хотел построить, достроить эту шахту, этот путь. Здесь все будет вот это вот убрано к чертовой матери. Вот этот вот камень. И там будет небольшой подъем. Ну, копать я сегодня, естественно, здесь не буду. И, кстати, у меня почему-то опять лагает слегка. Музыки не будет. Если будет музыка, то не будет повтора на Ютубе. А на Twitch мало кто заходит, поэтому вот как-то так вот. Так, 249 человек нас смотрит, меня смотрит, отлично, спасибо вам, ребята, уже вам спасибо, мы еще только начали, а вам уже спасибо большое. Так, мне сейчас цель найти то место, где туннель будет выходить на поверхность. Нет, Дизам, стрим не 8 часов, стрим будет длиться примерно 1,5-2 часа. Может быть, если будут силы, если будет желание, может быть, я постримлю игру Don't Starve или Don't Starve, или напишите, как она правильно читается. У меня в ней опыта мало, но игрушка классная. Стрим только что начался, минут 5 назад. Я только что ответил на этот вопрос. Это Steam 203. Ой-ой-ой, как у меня лагает, как мне все проседает. Так, сейчас, секунду. Может быть, вот это отключить. У меня FPS жестко просел. 150 всего лишь. Даже не FPS, а картинка почему-то глючит. Я боюсь, что у меня опять дрова слетели на видюху. Вернее, программа какая-то слетела. Сейчас, если это не прекратится, то мне надо будет уйти на перезагрузку. Да, всего лишь 150. Это мало. Для меня это мало. О, Skittles, Влад. Ку-ку. Так, координаты. Так, это координата Z, значит, 2755. О боже. Эй, какая-то. Какая. О! Да это я 5 минут копался тут. Хай Twitch. Да. Ну вот, считайте, я нашел это место. Сейчас будем раскапывать. У меня, да, у меня кирка на Фортуну 2, Efficiency 3, Unbreaking 3. Она бесполезная, поэтому... У меня есть кирка на Фортуну 3, поэтому я пользую ее вот так вот. Коп. Мы с Аукидзе планируем записывать. Да, вот по поводу Аукидзе, ссылочку на стрим сейчас будет. Держи. Хотя ты, наверное, этого не услышал. Да, по поводу Аокидзи, мы будем записывать либо во вторник, либо в четверг. Ну, планируем, во всяком случае. Будем записывать, не знаю пока что, но что-то будем. LP66, вот я его как раз-таки обрабатывал перед стримом. Я думаю, я его после стрима буду загружать. Ну, или завтра загружу. Короче, завтра эпизод будет, как обычно, в 18:00 по Москве. У меня сейчас 8:05. Тебе правда нужно это знать? Блин, как-то картинка неприятно глючит. А у вас незаметно никакие такие подтормаживания, как будто FPS не хватает. Именно у тех, у кого лагов нету. Нет, дропов ноль. Так, какие-то глюки моего компа, видимо. Это X-сплит жрет железо. Нету? Ой-ой-ой. А, ну ладно. Вот, в общем-то. А пока копаю... Да-да-да, Skittles, я рад, что ты тоже смотришь. Добро пожаловать на стрим. Плеер 30 FPS. Ну, на самом деле, не 30 FPS у меня, а 25, потому что X-сплит собака такая не хочет выдавать больше 25 FPS.
даже если его крякнуть, он не будет выдавать больше 25 FPS. Майн лагает даже у ИТО, у которого 16 гигов оперативы. Так что, ну, правда, у ИТО и конструкции до хрена всяких, но все равно лагает даже у него. С голосом? Может быть, у меня с голосом что-то не то, потому что у меня был 8-часовой стрим, и голос таки у меня немножко испортился. Так что в каком-то смысле ты прав, Skittles. О боже, тут пещера. Ну, обалдеть вообще. Всю жизнь мечтал закрывать воду каблой. А, в смысле, видите, как падает гравий? Это отвратительно. Сказали, в 1.5 пофиксят. Ну, грубый, да, грубый — это мой голос. Хотя меня снова пытались обвинять, что я его где-то делаю. Смысл? Какой смысл? Сейчас-то какой смысл был бы делать его? Да и вообще, я слышал измененные голоса, я слышал даже, кто-то делать пытался видео с помощью какой-то говорилки. Ну, то есть, вбиваешь текст, она его произносит. Это, блин, чего только не видел я, чего мне только не скидывали. Все было так печально. Я не думаю, что с ненастоящим голосом у человека была бы какая-то популярность. Потому что рано или поздно он бы либо спалился, либо ему надоело бы все это. 318. Ну, по моим данным, 301 смотрит. Блин. Еще и не все. Еще и не все позакрывал. Что за жизнь? Что за жизнь? Да, звук падающих блоков, там ставящихся блоков может отставать, это нормально. Это заморочки самого сервера, потому что, вы видите, у меня не очень хороший пинг. Это, наверное, не знаю. Найди данж. У меня есть ферма опыта, дружище, она у меня есть. На зомби пока что, но есть. Проходит через что перед запуском? Нукинтош. Или Нукинтош. Я не знаю, как его ник читается. Это сервер. Это сервер, поэтому кабла не откатывается. Кабла... Вообще блоки лагают на серверах. Ты что, никогда на серверах не играл? Это нормально. В порядке вещей. Лаги небольшие могут быть у тех, у кого... Нет. У меня нет лагов. Если у вас есть какие-то лаги, то это вы либо наблюдаете лаги самого сервера, либо лаги вашего провайдера. Мое настроение в данный момент отличное. Спасибо. Спасибо, что интересуетесь. Вчера тоже не лагало. Совершенно. Да, сегодня. Сегодня это майнхак. Сегодня вы угадали. Сегодня это майнхак. Обновите, в титульнике все написано над видео. Кому интересно будет под видео, ссылка на группу, ссылка на канал, если кто-то на Твиче меня нашел сегодня. Да, это строительный стрим. Может быть, поохотимся на кого-нибудь, но у нас тут хард, поэтому в железной броне особо не поохотишься. Ну, я имею в виду нормальную охоту на эндерменов, например. Нет, я не работаю сейчас. Я работаю... Моя работа — это снимать видео сейчас. Так что, вот как-то так. Почему бы и нет? Мне это нравится, так что... Сходи в ад. Был я в аду? Да, да, надо бежать. Да, да, надо бежать, причем далеко бежать. Да, я общаюсь с людьми на сервере, но, как видите, народу здесь не очень много, хотя сейчас вечер. Можно сказать, что мы только строим, но... Да, с некоторыми людьми я общаюсь, с теми, кто часто играет. Если мы как-то состыковываемся тут. Как я отношусь к зиме, господи. Откуда вы эти вопросы берете, ребят? Люблю я зиму. Люблю я зиму, потому что зимой есть замечательная зимняя рыбалка.
Это все, что я люблю к зиме. А так холодно, нигде не, за, не, не затусить нигде. Только разве что по домам торчать. Я не выполняю поручения, задания сегодня. Ребят, не выполняю. Это строительный стрим, если хотите. Может быть, поохотимся, но я не буду выполнять никаких поручений и заданий. По крайней мере, сейчас. Сейчас я строю метро. Это будет мое метро. Да. Как бы пафосно это ни звучало. Так. Угу. Сейчас, подождите, надо прикинуть. Да, согласен, Skittles. Очень мало народу. Иногда так заходишь, вроде как сервер, блин, но какой-то практически сингл. Я когда зашел первый раз на Майнхак, тут вообще никого не было. Я просто решил даже, что серф... Ну, в какой-то момент я думал, что серф просто помер, что я зря зашел. Ну, потом люди подтянулись, но все равно как-то было странно никого не наблюдать. Раз, два, три, четыре. Чат слишком быстро бежит. Я не успеваю. Длина метро... Хрен его знает, я не считал. Ну, именно вот этой ветки, она короткая. Она, наверное, блоков 200. Нет, сегодня больше никто не присоединится к стриму. Я сегодня один. Фига себе, короткая. Ну да, дорога короткая, просто я хочу до Мэла кататься на вагонетке, а не... Ну, до его деревни кататься на вагонетке, а не бегать пешком. Нет IP-сервера, я не скажу. Да, вам это и не поможет, потому что он приватный. И вообще, забудьте про Майнхак, вам сюда не попасть, ребята. Я даже больше скажу, по-моему, заявки... Да, даже заявки сейчас не рассматриваются, даже заявки летсплейщиков. Хотя я не уверен. Ну, просто слышал, что Силанд где-то говорил или писал, что заявки не рассматриваются. Так что как-то так. Но IP я вам не дам в любом случае. Это неуважение к, к самому серверу, к Силанду и к тем, кто тут играет. Это слова Мэла, можно сказать, но я с ним полностью согласен. Что, с какого черта у меня звездная болезнь, и сейчас кто-то бан получит. Этот кто-то у нас Кокосоида. Я не знаю, как твой ник читается. Но забанить не смогу. Добрый вечер. Я не знаю, Twitch, наверное, твой ник исковеркал. В общем, СССР у тебя заканчивается ник. Добрый вечер. Ну, одну секунду, сейчас мне надо кое-кого забанить. Все, до свидания, Кокосоида. Какой странный ник. Да, ребята, те, кто смотрит стрим, если хотите получать уведомления на e-mail, да и вообще, подпишитесь на канал на Твиче. Над видео кнопочка такая есть, следовать. Вот все дружно сейчас на нее нажмите. Мне будет приятно, будет партнерка, я надеюсь, скоро с Твичом. Ну и все вытекающее. Я думаю, стримы будут, ну если не на постоянной основе, то гораздо чаще. Огромное спасибо, кто нажал. Большое спасибо. Так. Я, конечно, делаю немножко не по-людски сейчас. Потому что сначала строю дорогу, расставляю рельсы, потом выкапываю тут вот блок, лезу вниз, ставлю рычаг. И, кстати, надо было сюда на вагонетке ехать. На Ютубе уведомления. На Ютубе будут уведомления, везде будут уведомления, но если вы подпишетесь на Twitch, то будет еще лучше. Для вас же. Так, здесь, наверное, уже будет вход. Вернее, выход. Нет. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Все не так. Тап-стоп, ну иди спать.
Завтра посмотришь в записи на Ютубе. Или послезавтра. Ну, в общем, когда я. Когда Twitch его зальет туда. Так, сейчас. Раз, два. Три. Блин. У меня тут все должно быть симметрично, поэтому я тут немножко запариваюсь и сейчас не читаю чатик. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Еще один сегмент. Я не очень быстро стрим загрузил, 4-часовой, и вообще я его не загружал. Я нажал кнопку на Твиче, и он сам загрузился. То есть я пошел спать, и утром просто опубликовал его. Так он загрузился еще ночью. Еще раз показывать свой дом. Ну, ты можешь посмотреть мой дом в записи на Ютубе. Там абсолютно то же самое. Я копаю на глубине 37. Если это про это метро. Спасибо, Горого 31. Я не знаю, Twitch коверкает ники, поэтому если у кого-то они написаны транслитом, я их читаю неправильно. Ну, все претензии к Twitch'у. Потому что он все буквы после первой делает строчными. Ну, в смысле маленькими. Ну, я думаю, вы поняли. Так, вот тут. Стрим начался 20 минут назад, он еще будет идти примерно 2 часа. Примерно. Может быть больше, я не знаю, ребят. Пока что не знаю. Как пойдет? Надоест играть? Ну, не так надоест, как с Дизамом. Потому что мы решили, что 8 часов это сильно дохрена. Конечно, было круто, но мы, похоже, перебрали со временем. В модераторах у Курящего модераторские полномочия и у Дизама. А кто еще нужен? Я думаю, двух модераторов, даже одного модератора вполне достаточно. Кто будет флудить? Вообще, если начнется флуд в чате, я просто на вопросы отвечать не смогу и не буду этого делать, так что в ваших же интересах не флудить. За маты я могу и сам забанить. Это дело одного нажатия, одного клика. Какую дырку сделать? Ты о чем? 0-1-2-1-2-3. Ну, может быть, когда-нибудь повторим, Дизам. Если тебе голоса не жалко, мне даже неудобно, что у тебя так голос сел. Потому что ты в этом стриме был. Ну, как бы я тебя пригласил, а у тебя еще и голос сел. Без таких жертв хотелось бы обойтись. Потому что я-то, видишь, нормально, а у тебя такая вот ситуевина. Ну, норм не норм, но я слышал твой голос. Летсплея. Это плохо. Голос может пропасть на несколько дней. Да, на Майнхаке нашли уже портал в край, но мы туда пойдем. Где-то, не знаю, когда все соберемся. Так, slow 45 секунд ставлю. Арки хлипкие, они не хлипкие, они нормальные. И это туннель, он не должен быть огромным. По определению. То есть... Зачем мне что-то вот прям такое здоровое-здоровое? Это тоннель метро. Это одна из веток всего лишь. Нет, я не ношу очки, у меня отличное зрение.
Я, правда, не проверялся у окулиста, но я отлично вижу. И слава богу. Fallout. Я играл в третий Fallout, мне не понравилось. Извините, я отвечаю выборочно, потому что что увидел, на то и ответил. Я просто не успеваю на все вопросы отвечать. Нет, у меня нет сервера, кроме Майнхак. Я локально иногда запускаю для записи стрима, записи видео с Аукиди или с Дизамом, например. Но больше нигде не играю. Да и нет смысла играть на нескольких серверах одновременно. Так, как я с Мелом познакомился? Ну, я смотрел его видео, по крайней мере, с его слов, он заметил меня, то, что я смотрел его видео, смотрел его стримы, комментировал стримы, вот и все. А так, я смотрю его видео очень давно, с первых серий, наверное. Да, кстати, тут каньон. Тут каньон, в который я спустился, в который уже кто-то спускался, и я тут нашел алмазы. Где-то, не помню, штучек 10, по-моему. Как мне дом Мела? Ну как мне может быть... Как может быть дом Мела? Он офигенный. Это же очевидно. А, в одной из арок ступенька не так стоит. Проверим. Проверим на обратном пути. Я сейчас скину всякое. Может быть, сделаю стеклом каньон. Но вообще у меня уже есть другие планы. Я уже распланировал, как будет выглядеть моя железная дорога. Поэтому советы, конечно, я почитаю, но... Но вряд ли я к ним прислушаюсь, потому что у меня уже есть план, как я буду строить эту железку. То есть я прорабатывал его некоторое время. Так, где... А, вот гравий еще. А эти все сундуки забиты каблой. И вот эти два практически. Ну вот этот вот так вот, а этот полный. Дабы не быть голословным. Я не упрямый, просто когда есть план строительства, зачем менять его на ходу, на лету. Так, землю сюда. Чего я вообще сюда приперся? Кто-нибудь мне напомнит? А, да. Бревна. Мне нужны доски. Блин. У меня кончается дерево. Березы. Ну, я не знаю, где портал в Кай находится. Мне еще не сказали. Я и не спрашивал. Так, стоп. Поехали на вагонетке. Микрофон. Фаталити. Креатив. Фаталити. Гейминг. Хедсет. У меня гарнитура. Да, вот, кстати, Glowstone тут бы не смотрелся. Вообще. Лампы смотрятся просто классно. Мне нравится. Даже когда их много. Боже. Это у меня лагает, не у вас. Я играю в покер. Играл на покер-шарке. Это лаги сервера, поэтому вагонетка двигается... Поэтому окружение двигается рывками, а вагонетка так двигается, блин, всегда. Даже в сингле. Почему у меня нет фоток? Вчера же отвечал на этот вопрос, наверное, раз 10. Или не вчера. Нет, не вчера, вру. Ну, во время прошлого стрима. Вот. Так, ага, вот это, наверное, ступенька, да? Спасибо, исправим. Да чтоб тебя. Это все из-за лагов сервера. Ставишь вроде правильно, а потом раз поворачивается. Все идеи мои, да. Я строю сейчас все сам. Я ничего не подглядываю. Ну как, если можно сказать, что я не изобрел, конечно, арки, но весь дизайн мой, да. The Sky 5028 получаешь мут. Может, конечно, человек и не прав, но это не повод его обзывать. Не капсим. 0.21.23 не капсим. За капс
Дизам будет, или я буду выдавать эти муты, тайм-ауты. Стены будут, вот эта стена будет полублоками из камня выложена, белыми такими. Как я познакомился с Силантом? Мел сказал ему в личку написать. Знакомство окончено. Вот так вот будет выглядеть. Стена. И это тоже. Потому что тот туннель, который пойдет к порталу, он пойдет выше. Так, давайте это вынесем к чертовой матери. Мут это когда ты не можешь в чат писать 10 минут. Я не думаю, что вы этого хотите. А бан это когда ты не можешь на канал заходить. И видео, по-моему, тоже смотреть не можешь. Так что... В зависимости от тяжести содеянного, будет выдаваться сначала мут, а потом бан. Ну, за флут, конечно, бана не выдаю. Ну, разве что в очень запущенных случаях. Но я не буду, не хочу пока что ни с кем встречаться из Калининграда. Да и зачем? А вдруг ты маньяк? Нет, я не участвую в ультра-хардкор, но не потому что я не хочу, а потому что я не успеваю. Мне один раз пока что... Ну, они пока что, видимо, один раз записывали, я не знаю. Ну и у меня времени не было, поэтому я туда не попал. Если у меня будет время, естественно, я буду там участвовать. С удовольствием. Личико. Во-первых, не личико, а лицо. А во-вторых, фотография есть ВКонтакте. На аватар нажмите. Она старая, неудачная, но она есть. А больше я не фотоюсь. И на вопросы про фотографии я больше отвечать не буду. Потому что, ну сколько можно. Потому что арочный потолок уже не смотрится. Я пробовал. Я пробовал, мне не понравилось. Нет, я не был на Игромире. Никогда. Из Калининграда проблематично выезжать куда-либо. Проблематично и дорого. Это не 1000 рублей потратить, доехать из Питера в Москву, например. Блин, походу у меня камня не хватит. Играем только я и Skittles. Два человека всего лишь. Да, я сейчас на Майнхаке. Хватит спрашивать. В титульнике все написано. Ребята, обновите страницу. Написано Майнхак with the Onyx Channel. Приветствую тех, кто только что подключился. Ну, боже. Ребят, помедленнее, пожалуйста. Я не успеваю читать чат, если он так будет ползти. Я либо слоу поставлю еще медленнее, либо просто не буду отвечать, потому что я не успеваю читать его совершенно. Блин, я не успеваю. Сейчас. Одну секунду. Я сделаю еще медленнее чат. Slow 70. В два раза медленнее. О боже. Как все это... Как же чат? Ну чат до сих пор продолжает лететь. Затемнение экрана, не пугайтесь. Это просто... Вчера была паника из-за черного экрана. Я его специально затемняю, чтобы полазить в чатике. Или еще где-нибудь. Там есть одна фотография моя... Там одна фотография, она самая последняя, если листать. Или самая первая она была загружена.
Я не знаю, буду ли я записывать с Мелом. Все, прекращайте эти вопросы. Я не знаю, когда, что и с кем я буду записывать. Я реально не знаю, когда, что и с кем я буду записывать. Я могу сказать только за Аокити, и все. С ним, да, с ним будем записывать. А другие люди, это не от меня зависит, это от них зависит больше. Особенно если это летсплейщики. Потому что, да вообще, у всех людей есть личная жизнь и прочее. И прочие интересные моменты. Так. Сейчас, секунду. Да, все верно. Здесь могут быть люди популярны с 10 тысячами подписчиков, но эти люди обычно такие вопросы не задают. Поэтому я говорю, что вам на Майнкрафт не попасть. Под вам я имею в виду большинство людей вообще. В панели канала это где? Дизам. А, точно, наверное. Наверное, вот так. Game title. Наверное, вот так. Так, где зам? Вот здесь, да? Вот это вот. С пятого раза, да, Дизам, потому что, блин, потому что чат летит, я его не читаю, я еще и строю, я просто не успеваю. Я смотрю, там нет твоего сообщения, смотрю, снова нету, я его просто не вижу. Ни у кого не лагает. Если лагает, это проблема вашего провайдера. Я хочу стримить 720 пикселей, потому что иначе качество паршивое получается. Да, рекурсия. Да, Дизам, согласен. Идет поток сознания какой-то в чате. Кто-то спрашивает стоящие вопросы и просто не замечаешь. Обидно. Я не думаю, просто не хочу менять качество еще потому, что... О, круто. Круто, Дизам. Не хочу менять качество, потому что сейчас такие интернеты, как бы это ни звучало. Ну, я не думаю, сейчас у кого-то скорость есть ниже 20 мегабит. А у кого есть, я, конечно, сочувствую, но у большинства все-таки хороший интернет. И интернет сейчас уже копеечный. Да, спасибо, Дизам. Так, чё я сюда припёрся? Блин, вы меня сбили с мысли. Чёрт возьми, а. Ну, люди, ну, люди. Так, сейчас я стройматериалы скину. 4,5 мегабита за 700 Ре. Ну, я сочувствую, у меня до 25 мегабит скорость за 450, по-моему. Да это, можно даже сказать, не самый дешевый интернет в городе. Да, конечно. Спайдер, конечно. Ой-ой-ой, не туда. В голодные игры? Голодные игры, которые Don't Starve? Да, буду. Может быть, не сегодня, но буду. Я планирую ее стримить. Опыта у меня в ней мало, но... Блин, надо кузницу построить. Вернее, плавильню. Ну, которая будет еще и кузницей до кучи. Все-таки лобит. Ребят, сочувствую, у кого медленный интернет, но я не знаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 13, 14, 15, 16.
Лавой я не топлю, потому что это дорого, затратно. Да, вообще сложно притащить 16 ведер лавы. И угля у меня навалом. Куча плюсов в сторону угля. Обзора нет. Я обзора не планирую снимать. Может быть, будут какие-то обзорчики, как у Доскоза, но это максимум. Просто мне больше не с чем сравнить, я ни у кого такого жанра больше не видел. Так что вот, вот как-то так. Кольчужная броня? Нет, я выбил ее с кого-то. То ли зомби, то ли скелет был, я не помню. Поэтому я ее и храню. Она такой эксклюзив дикой силы. Так, сейчас поставим все это на переплавку. А, тут нифига нету. Одну секунду, я поставлю все на переплавку, и я поотвечаю немножко на вопросы. Пока оно все, собственно, плавится. Блин, куда камень девался? А, ну, наверное, я его сюда закину. Так, эта печка пустая. Псикейкин, который не псикейкин, строить буду. Такие планы на стрим. Я буду строить. Кстати, у меня тут еще и золотая броня есть. О, Dream Master. Да, реклама сразу в чате. Хорошо улитки поживают. Я надеюсь, я не сильно дышу в микрофон. Паулю это кто? Пол скриптум? Нормальный человек. Я с ним мало общался, но нормально. Блин, две руки, две ноги. Снимает видео. Что еще могу про него сказать? Обычный человек. Почему он должен быть неадекватным? Без музыки, потому что я хочу этот стрим залить на YouTube. Если с музыкой, то без YouTube тогда. Может быть, Don't Starve пойдет с музыкой. Посмотрим. Хотя там своя атмосфера. Такую... Нет, у меня такая пластинка уже есть. Это пластинка Мол. Вот она. Вот она. Никаких правил, чтобы попасть на Майнхак. Этот сервер приватный только для летсплейщиков. А, все остальные сюда просто не попадут. Да и заявки, по-моему, сейчас не рассматриваются. И да, Стив, если еще будешь вот так вот вопросами флудить, получишь сначала мут, а потом бан. Стив 0000. Я предупредил. Я предупреждаю только один раз. И то не всегда. А, да, многих людей я узнал только на Майнхаке. Ну, какая разница? Правда, вот какая разница, где я узнал человека. Главное, что я с этим человеком познакомился, ну, с тем или иным человеком. Просто даже без имен, просто. Просто вот так вот. Главное, что я знаю теперь этих людей, и они замечательные. Приятного чего? Приятного аппетита. Я не ем, я чай мешаю, если об этом. Так, мне нужны рычаги. Стоп, у меня рычаги там, по-моему, были. Всю гору. Я не в горе живу, я в подземелье живу. Ну ладно, пока там все плавится, давайте покажу вам еще раз, проведу экскурсию по дому. Хотя, нужна ли она? А, здесь склад на кучу мест. Здесь вот еще не занято, надо будет расширять склад. А, здесь зачаровальня импровизированная, которая, видимо, тут так и останется. Какую халяву, Спайдер, о чем-то? Я... Если ты что-то писал, то я половину сообщений просто не вижу. Здесь у меня ферма со странным потолком.
Тут у меня еще одна ферма, на которой слишком много глоустоуна, я знаю, да. Надо будет все здесь хотя бы на лампу поменять. Тут, о, здравствуйте, лаги. Тут у нас коровы живут. Я их переселил в этот вольер. Я не толстый, я не качок, у меня нормальное телосложение. Здесь туннель на ферму опыта. О, сочувствую. Так, да, здесь туннель, спуск на мою ферму опыта. Здесь вот такой вот камень стоит. Просто добежим. Качество? Нет, качество не упало. Качество такое же, я ничего не менял. Да, я чай пью. Я его еще, точнее, не начинал пить, но... Но да, я его пью. Тут душилка мобов и мобов. И остановка потока, которая включает. Вот там вот поршень. И лед, который я купил у кого-то. Не помню у кого. К сожалению. По-моему, у... Мистер Смайл Год, по-моему. Хотя нет, вряд ли, вряд ли. Ему я каблу давал. Не помню. Не слушаю я группы Пикник. А, в общем-то, дом у меня небольшой, ну, в плане помещений, но довольно долго по нему передвигаться. «Властелин колец» — мой любимый фильм. Чай. Двойной вопрос был. Нет, я не приватил территорию. Здесь играют летсплейщики. Мелгив, Геха, Силант, Дрим, Скитлс, Влад. Здесь просто нет никаких плагинов. Здесь это не нужно. Здесь играют хорошие люди, которые не будут гриферить. Вот. Вот так вот. А, я не знаю, с кем Смайл Гот играет. Я его видел один или два раза всего лишь. Кооператив с овощем будет, если он захочет, если он согласится. Если как-то получится состыковаться по времени, то, конечно, я не против, в общем. Можно также будет постримить. Дизам, ты будешь играть, если тебя примут. С удовольствием я бы поиграл с тобой на майнхаке. Можно было бы что-нибудь построить. Эпичное. Я сейчас запланировал одну постройку. Ну, после того, как я закончу с тем вот секретным проектом, я буду строить... Что-то огромное. Ну, что-то объемное. Не огромное, а объемное. А душилки зомби... Ребят, ну, я не знаю, зачем делать такой туториал. Это обычная ферма зомби, только... Ну, обычная ферма пауков пещерных. Туториал есть на канале. Только... повторителей стоит удушающих именно. Вот те, которые в ряд стоят, их стоит 24 штуки. Вот и все. С полной задержкой. Откуда я знаю, стоит ли тебе снимать летсплей, дружище? Я даже не знаю, кто ты. Я не видел ни твоих видео. Да вообще, если вам 12-14 лет, лучше не снимайте летсплеи. Это мало у кого получается в таком возрасте снимать качественно. Мой предмет, любимый в школе, стул и парта. Обожаю стул и парту. Я много чего покупал в Стиме, но на этой распродаже еще ничего не покупал. Блин, я не успеваю читать чат, поэтому я замолчал, пытаюсь читать, он уходит, уходит, уходит. Модеры? Модеры — это Дизам ТВ и курящий из окна. Ну, курящий, я не знаю, смотрит он сейчас нас или нет. Так, Дизам, я вижу, ты, походу, что-то писал, да? Блин, я даже сейчас пытаюсь смотреть и не успеваю. Я Силанту кинул, но он нехороший человек. Он, может быть, не читает личку. Я попробую ему, может, написать. Просто спрошу, читал ли он твою заявку. Ну и тебе потом отпишусь. Чтоб ты уже знал, прочитал он ее или просто не принял. Ну, в смысле, не принял или же вообще не видел. Так, чтобы мне еще такого с собой взять? Да ладно, не буду дожидаться, мне не так уж много камней надо.
Да, у меня два новых жителя. Я сейчас не читаю. Моя любимая книга, я не знаю. «Затерянный мир» Конан Дойла. Вообще Конан Дойла люблю читать. Интересно писал. Сподвигло на создание канала. Ну, то, что мой старый канал закрыли нахрен. Вот и все. Сыграть целом или Юзи? Целом, наверное, шансов нету, а с Юзи нет, не хочу. Мне не нравится его творчество. Что теперь делать-то? Так. Надо каблы взять, все. Все, начинаю заниматься делом. Вот это... А, я же хотел еще скрафтить ламп. Мне же нужны еще, мать их, лампы. Блин. Ну, вообще офигеть. У меня еще и лоустоун кончается. Ну, видимо, пойдем в ад сегодня. Вынужденно. Если, конечно, лампы кончатся. Но вот на то, что уже есть, ушло довольно небольшое количество. Примерно... Ой-ой, не туда. Я не работаю и не учусь. Качество не упало. Да, я играл в Call of Duty. Да, понравилось, но только первая и вторая. Все последующие неплохие, но они мне не нравятся. 1.5.01. Бета. Не считая Майнкрафта, гномы. Игра. Старый канал. Да, не обращайте внимания, того канала уже нет, я его удалил. Лаги начались. Нет, по-прежнему нет дропов. Лагать не может. С моей стороны лагов нет. Это ваш провайдер, скорее всего. Ну, выключите торрент, выключите Steam, я не знаю. Что-нибудь еще выключите. Прекратите качать порнуху. Шучу, конечно. Сейчас ставлю на ферму, буду пытаться все вернуть. Я тебе сочувствую, Dream, еще раз. Если ты смотришь... Тогда сейчас одну секунду. Так, три. О! Вот здесь рельса, и вон там вот рельса. Еще одна. Нет, не то не из-за стрима. Да, я так и знал, что буду неправильно понят. Если Дизаму возьмут... Ребят, не задавайте таких вопросов. Я не знаю, когда Дизаму возьмут. Возьмут ли его на Майнхак. И вообще, если бы он захотел жить со мной в одном доме, то ради бога. Но я думаю, каждый игрок должен иметь свой дом, потому что, блин, вдвоем в одном доме ютиться. Каждому хочется свой склад. Зачем мне уголь и железо? У меня в сундуке края хреново туча железа лежит. 1,5 стака железных блоков. Зачем мне еще? Я бы, конечно, собираю периодически, но... Я за этими ресурсами уже не бегаю. Да, это вот Dream. Еще не видел, как у меня кончился сегодняшний сеанс записи летсплея. Ребят, вы увидите, это просто эпично будет. Ну, я ничего не буду говорить, но это будет верх эпичности. Я хуже Шелдона, так что не советую жить со мной. Я не знаю, кто такой Шелдон. Убить дракона ниткой. Что за задание, а? Что за сообщение вообще такое глупое? Убей дракона ниткой. Я бы сыграл, если бы у меня был шанс поиграть целом. Конечно. Почему нет? Почему я должен отказываться играть с кем-то? Но я не думаю, что у меня будет шанс поиграть целом.
Я не думаю, что в этом какой-то особый смысл есть, кроме как просто поиграть в целом. Майнкрафт играю. Я не помню, ребята, я не помню, как долго я играю в Майнкрафт. Любой чай люблю. Почему нет такого шанса? Ну, потому что Эл сейчас на Game Bomb снимает. Это проект такой, ну, вы, наверное, знаете, там, Крутотенечка и все такое выходит. И нет, я не смотрю Крутотенечку. Ну, как, я ее смотрю, но редко. Слава богу, не задаю туда вопроса. И да, я знаю о ее существовании, о его существовании, об этом, о существовании такого феномена. А ТБВ, что такое ТБВ? Дизам. Я просто не в теме, я много каких проектов не вижу. Считайте, что времени нет. Эй, почему эта штука не загорелась? Во, теперь готово. А, теория большого взрыва. А, я сейчас хочу посмотреть... Вообще, скажите, хороший ли сериал «Как я встретил вашу маму»? Потому что я ради прикола заказал кодекс братана на Озоне. А сериал, в общем-то, не смотрел. Ну, как-то надо... Блин, чего я туда иду? Как-то надо включаться. А, ну, раз овощ говорит, что шикарнейший. Я просто думаю, он не для 14-летних товарищей. Я думаю, все-таки он для тех, кто постарше. Потому что я почитывал, ну так, полистал кодекс братана на этом. Ну, просто в PDF-формате. Для более взрослых людей, так скажем, это все. Как мне показалось. А, привет, Бумблби. Странный у тебя ник. Да, я не помню, где тебя увидел, по-моему, у Дизама еще видел. Ник у тебя странный. Я начинал с версии 1.5.0.1 бета. Отвечал же. Пару минут назад. Так. Надо сделать ступенек немножко. Дружу ли я с Мелом? Я ему пару раз писал на Майнхаке. Это дружба. Знаком скорее. Ай, не туда. Так ли было? Нет, по-моему. По-моему, не так. Я каждый раз забываю, как у меня построен вход с той стороны. Хаос. Не смотрю Хаоса. И не буду смотреть. Может быть, конечно, сериалы хорошие, но я им не буду смотреть. Ну и говорят, что он... Или не этот сериал. Короче, какой-то из сериалов кончился отстойно. Или это Lost был. Вот. Вот так. У меня есть домашние животные. У меня есть улитки. У меня дома живут гигантские африканские улитки. Охотинов улика. Я с недавних пор креативно отношусь к постройкам. Меня раньше устраивала коробка. Ну как, не совсем коробка, но по сути коробка из любого практически материала, кроме кабла и земли. Сейчас я решил строить хоть более-менее красиво. Круто, две лягушки. Наверное, это круто. У меня никогда не было лягушки. У меня был тритон когда-то, но его пришлось обратно в болото выкинуть. Но даже не отпустить, а выкинуть. Но с ним все, с тритоном все в порядке. Улитки. В Калининграде я их покупал по 200 рублей за штуку. Или 250. 200, по-моему. Но тут уж как найдешь. Можно и за 100 найти. Есть уникумы, которые по 1000 продают. Ну, это совсем уже
Видел, продавали с аквариумом, с террариумом, с террариумом, с едой, там, еще с чем-то, с кормушкой какой-то там за 2000. Но это в Калининграде. Так, а теперь мне надо понять, какой был потолок у меня там. Ну что, поехали. Пока буду ехать, поотвечаю на вопросы чата. Ай. Ну и что это? Блин, ненавижу лаги в вагонетах на сервере. Во, погнали. Какие планы на ближайшее? Ну, зашибись. Нет, я не матерился на старом канале. Да что за глюки? Извините, у меня тут вагонетка неконтролируемая. Во. Черный экран, да. Сейчас черный экран, я знаю. Просто меня с сервера выкинуло и... Да, по-моему, всех выкинуло. Боже. Вы видите, что творится. Хотя у меня пинг максимальный. Все прогружается. Ужасно, ужасно. Пострет, прощаемся. Или пострел, не знаю. До свидания. В бан. Вечный и бесповоротный. Да-да, хедшот, овощ. Хедшот. Че приперся? Блин. Из-за того, что меня выкинуло, я забыл, что я сюда приперся. А, да-да-да, потолок, точно. Железку... Кто это вопрос задал? Сеонес 59. Железку строю к деревне Мэла. Потолок у меня тут. Ага, понятно. Поехали обратно. Трансформайс. Я не играл в Трансформайс и... Меня эта игра не привлекает. Я смотрел видео, как-то там все не очень весело. Ну, на мой взгляд. Почему улитки? Потому что они милые. И потому что они оригинальные. Много ли вы знаете людей, у которых дома живут улитки? Вот так вот. Ну, они прикольные. Они, особенно когда брызгаешь на них водой, они так мордочку тянут. Ну, в общем, милые существа... В своем роде. В своем роде милые. О, блок прыгает. Меня всегда забавляли такие глюки в Майнкрафте. Животное шиншилла. Ну, я знаю, что были цены примерно 1003-4. И я слышал, что это не самая высокая цена. 3-4 тысячи рублей, конечно. И плюс им нужен... их не посадишь в клетку, то есть им нужен вольер. Такой метра 2,5 в высоту. Ну и просто я видел, идеальные условия для нее это... такой не очень широкий, то есть как шкаф примерно в ширину и как шкаф в высоту. С кучей всяких полочек... планочек и прочее. Они очень любят прыгать, бегать. И, кстати, они очень мило спят. Как бы это ни звучало, они охрененно мило спят. Вообще они все мило делают. Если хотите что-нибудь попроще в плане содержания, то морская свинка. У меня не было шиншилла Дмитрий 984, но у меня... Как мне давали шиншиллу на некоторое время, пока люди, хозяева были в отпуске. Супер Медбой буду на видео когда-нибудь. А что там такое в дырке? Там
Вот там вот, это пещера была, которую я закрывал 5 минут назад. 10 минут назад, может быть. Так, кошка самое простое существо. Да не сказал бы. Кошка это ставит лоток надо, лоток воняет. Ну и, как, его убирать надо. Так что я бы не сказал, что в этом плане она самая простая. Так, 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 надо сундучок поставить. Надо было один из 30 сундуков из дома взять. У меня их там много-много стоит. Так, каблу надо скинуть. Надо часть камня скинуть. Ступеньки, бревна, кабла, железо, лампы. Видимо, в ад мы сегодня не пойдем, потому что ламп у меня осталось еще много. Так, и вот эту штуку тоже. Сейчас, одну секунду, я пока чат не читаю. Это я, Саня. Саня. Я много Сань знаю. Представься, что ли. Конец стрима, но пока что не планируется. Оу, кстати. Логотипчик забыл вылезти. Где планируешь работать? Не знаю. Вообще, да, вообще буду работать, конечно. Летсплеями, но работать-то надо. Иначе можно и закиснуть дома. Как тебе мой ник? Странный. Почему не под своим ником? Зачем мой ник в свой ник брать? Никогда не понимал. Блин, не хватает. Вот так всегда. Начинаешь что-то делать, где-то что-то не хватает. Так, временно снова чатик не читаю, пока отвлекся. Да чтоб вас всех. В смысле, их всех. Ну, вы поняли. Ага, вон он куда поставилась. Собака такая. Во. Лимон336. Я помню ник, но я не помню, что ты писал. Привет. Да, сервер лагает, ничего не поделать с этим. Да, Сионес59, я прочитал твой коммент по... Точнее, сообщение про кучу живности под окном. Рад за тебя. Диза мой лучший друг. Ну как, Дизам друг. Лучший друг. Вообще, что значит лучший друг? К лучшему другу, получается, как-то по-другому надо относиться, чем к другим друзьям. Это странно. Я не знаю, что значит лучший друг. Есть друзья, и все. Есть знакомые, категория такая. А разделять друзей на лучших и не лучших друзей, ну это странно. Да, я пользовался HD-текстурами, я пользовался R3D Craft Default Realism. Я с ними обычно тут и играю, но не на записи. Хотя, может быть, конечно, потом включу. Посмотрим. Пока что не уверен, что это надо. Потому что они все-таки, ну, хоть такие же, но отличаются все-таки немного. Шейдеры. Не буду ставить шейдеры, они отстойные. Они плохо выглядят. Они делают мой майн хреновее. Хуже. Можете не писать, давай R3D, давай, мы хотим. Не надо, я сам решу, ставить или не ставить мне текстуры.
Тут вопрос авторских прав стоит, а не чего-то еще, не моего хотения. То есть авторские я знаю, там надо размещать ссылку просто в описании, но... Ну, надеюсь, вы поняли. Саня Тихонов из ОСУ, да, который... Который... Как там? Не помню ник. В упор не помню, у меня память плохая на нике. PlayStation. Нет, не играю в PlayStation. У меня нет PlayStation. Ваню Сережкина знаю. Был подписан на канал, уже отписался. Потому что смотреть на Industrial Craft мне наскучило. Так, хороший канал, конечно. Опять стрим. Да, стрим уже идет целый час. Сожалею тем, кто пропустил. Нас, кстати, 333 человека. Ну, X-Split говорит, что у нас 333. Может, конечно, Дёник Слол это самое написал, но... Я не видел. Ну-ка, повтори. Я тебя сразу забаню. Одну секунду. Сейчас проверим. О. И правда. Прощаемся с Дионикс Лол. Земля ему пухом. Не, лучше шипами. Да ладно, хрен с ним. Если у человека какие-то проблемы с... Не знаю с чем. Мне, в общем-то, пофигу. Если кто-то хочет оскорблять, то все, чего он добьется, это бан. А вывести меня не получится. Никогда. R3FL3 KSZ0R. Конечно, он может и не прав, но за маты тоже могу тебе мут дать. Так что. То есть, да, даже если он получил бан за дело, это не повод материться в чате. Соблюдайте, пожалуйста, правила. Покемоны, когда мне было лет 10, наверное, меньше даже. Ну и когда они там шли у нас по Первому каналу. Да, смотрел. Сейчас, конечно, покемонов смотреть не стал бы даже за деньги. Потому что это странно было бы. 22 года смотреть покемонов. В конце концов, есть более адекватное аниме. Если вообще аниме смотреть какое-то. Если вообще можно покемонов отнести к аниме. Хотя они и аниме, но они плохое аниме. Как и... Ну ладно. А то меня сейчас возненавидят. Не скажу IP-сервера. Во-первых, ты сюда не попадешь, потому что тут whitelist. Во-вторых, это приватный сервер для летсплейщиков. Только для летсплейщиков. А в-третьих, ты не попадешь сюда, потому что я не скажу IP. IP я не назову даже с учетом того, что тут whitelist. Да, вот, 127.0.0. Заходи, отличный сервер. Не удивляйся, что ты там будешь один. Но сервер отличный. Локальный, шикарный сервер. Soul Eater, лучшее аниме. Неплохое аниме, да. Я посмотрел раза два или три. Скажем так, не напряжное. Я его посмотрел и забыл. Блин, у меня кончились слабы. Your guest, я тебе уже ответил на вопрос про покемонов. И зачем делать туториал по душилке? Там просто 20. Там просто больше поршней, чем в душилке для пещерных пауков. Там 24. Ой, не поршни, а этих. Повторителей. Мэл в стриме тебе IP написал, акстись. Мэл этого не мог сделать.
Дизам? Дизам не будет. Дизам чат модерирует. Дизама на майнхаке нету. Хобби, кроме компьютерных игр? Не знаю. Рыбалка — это хобби? Тогда рыбалка. Образование среднее, полное. И профессия. Как называется? Средняя, полная, профессиональная? Или... Я просто не помню формулировку. Нет, я не часто смотрю аниме. Я его не смотрю уже, наверное, где-то месяца 4. Я пытался... Как до этого я не смотрел его где-то год или полтора. Закончил на Code Geass. Где-то на середине первого сезона. Пытался смотреть его еще раз. И, по-моему, на той же серии опять закончил его смотреть. У меня так и лежит на харде, место занимает. Дизаму. Лень ли Дизаму смотреть за... Зачем? За видео? Не знаю. Думаю, нет. За чатом? Тоже думаю, нет. Посматривать сюда изредка. Думаю, ему не сложно. Да вообще, что за вопросы странные, ребят? Да, Дионикс Рыболов. Рыбак. Нет, я не смотрю My Little Pony. И Devil May Cry я... Ну, я его смотрел, но если ты про игру, то нет, я не играл в игру Devil May Cry. Опа. Класс. Don't Starve я буду... Я снимать не буду, я буду ее стримить. Снимать там надо очень долго. То есть, не обойдется даже одним часом, как в том же Айзеке. Ну, не обойдется одним часом, конечно, если хорошо играть. Так можно и за 10 минут профукать. Блин. Черт возьми. До свидания. Как тебя там твой ник был? Я не знаю, правильно ли это, неправильный IP, я не помню. Но тебе бан. Пожизненный. Если ты, конечно, все еще слышишь это видео. Эту запись. Это, точнее, не запись, а этот стрим. Еще желающие в бан? Я, легко. Бан у нас бесплатный и безлимитный. Сможешь зайти на Майнхак с моим ником. А сюда пускают только с лицухой. И тут вайтлист. Ну, по-моему, только с лицухой. Так что шансов у тебя зайти примерно ноль. Может, чуть больше. Да нет, ноль. Так что удачи тебе, дружище, зайти сюда под моим ником. А, да, сюда, по-моему, только лицуху пускают, потому что я пытался как-то play offline нажать, а потом зайти, и меня не пустило. Так что... Шансы твои меньше нуля, если это возможно. Ну, смотрите, зомбя. Вайтлист можно отключать. Никто вайтлист не будет отключать. Так. Ни во что я больше так же активно не играю, кроме как в Майн. Меня ни одна игра до сих пор так и не зацепила настолько. Поэтому всякие там Call of Duty, Крузисы и прочее,
Это не мое. Я в них практически не играл. Ну, 20 минут игровой игры это... Это ничто. Спанч Боба. А, хороший мульт, но я не смотрю его прям вот. Что, так, прям так, чтобы смотреть. А, все-таки это мультик. Ну, так скажем, если включить его фоном на телевизоре, когда что-то делаю, почему бы и нет. Не самое раздражающее зрелище. TS Online? Не знаю. Я не фанат серии The Elder Scrolls. Я не фанат серии TS, короче. Поэтому не знаю. Да, MMORPG занимают слишком много времени, так что... Посмотрим. Когда оно выйдет, тогда и поговорим. Сионес, следи за тем, что я говорю. Я тебе уже ответил на этот вопрос. Нет, я не разговариваю сам с собой. Это было бы странно. Apple the Brainy. Извини, я не успеваю читать твои сообщения, потому что чат даже 90 секунд слоу, по-моему, не помогают. Или 70 я ставил. Да, я играл в Террарии. Майнзи. Я не считаю Майнзи бредом, просто он недоработан. Как мне кажется. Просто недоработан. И он лагает. Зум-зум. Не за что. Точнее, есть за что. В общем, всегда пожалуйста. Рад, что кому-то нравятся мои видео. Как ты читаешь чат? Ну, я говорил, у меня две головы. Одна в чат смотрит, другая в Майнкрафт. Все просто. Когда я учился... Нет, мне не нравилось учиться, но это надо делать. Так что... Я не думаю, что слишком найдется много людей, которым нравится учиться, но... Но это нужно. Чё, полные карманы всякого хлама. Беда. На этот туннель легче просто сейчас проделать. Ну, просто я поясню, почему я тут стою копаюсь, а не доделываю метро. Хочу сделать этот туннель, до каньона его довести, чтобы как-то понять, что дальше делать. Клип про Майн на Ютубе. Я не буду отвечать на этот вопрос. Нет, у нас плюс 5 ночью, плюс 10 днем. У нас вообще зима не ощущается. Как в том видео, зима не будет. В Калининграде, видимо, зима не будет в этот раз. Как и прошлой или позапрошлой зимы, зимы, в общем-то, не было. У нас даже снег выпал только, по-моему, то ли в январе, то ли в феврале. А зачем мне планшет на Android, объясни. Я не хочу какой-то недомобильник или недокомпьютер. Да, Стелс Мин, иди, конечно, спать. Завтра в записи все увидишь. Почему бы и нет. Тем более я строю, так что много не пропустишь. Просто посмотришь, как чем-то все закончилось. Так, пойдем выгрузим барахло. My Little Pony. Я не смотрю My Little Pony, успокойтесь. Не смотрю. Отношусь я к ним. Можете считать, что хреново отношусь. Потому что я не понимаю людей, которые в 20 с лишним лет смотрят этот мультик. Стрим. Ну, минут 40 будет еще идти точно. А там посмотрим. Я не запланировал время стрима. Я знаю, что примерно 2 часа. Ну, примерно. Это все примерно. Так. Слабо сюда. И камень сюда. И землю вот сюда.
Что значит просто знакомому подводить железную дорогу? А почему нет? Какая разница? Я хочу сделать железную дорогу, я ее устрою. Приблизительная длина тоннеля. Ну вот начинается он на 3003 координата. И заканчивается 2755 примерно. Вот считайте. Небольшой тоннель. Под конец стрима сходить к кому-нибудь. Тут только Дрим, я не думаю, что он будет... Я не знаю, где он живет. Так что нет, к Мэлу я не пойду. Мэл что-то строит, я не хочу палить его постройки. Я специально поэтому поселился так далеко от него. Ну, на расстоянии. А, у меня нету днем времени на стримы. Как-то надо... Черт. А, нет, все нормально. Все нормально. Я думал, что моя дорога упрется в эту стенку. Я же хочу до стенки ее поднять. Так что это где-то... Это вот здесь подъем уже будет. Да. Так, и здесь надо кабло заложить. На всякий пожарный. Damn Russians. Да, чертовы русские. Как мы можем? Медведи, балалайки. Водка. Да плевать, кто делает ники оскорбительные для меня. Боже мой. Если им так хочется, то ради бога. Fallen Angel 199. Спасибо, конечно, но у меня есть Don't Starve. Я купил ее в Стиме. Еще во время стрима Мэла. Просто пошел и купил. Twitch упал. Не знаю. 337 смотрящих, ну, 337 зрителей. Так что не замечаю пока что никакого падения. Я не вижу. Не видел я видео с Хага с летсплей по-русски. Не знаю, я вообще не уверен, что хочу играть на Майнзи. Что мне там делать? Он лагает. Как можно играть на лагающем сервере, где нужны активные действия от игрока? Если строить, да. А если биться с мобами, то это даже тут весьма дохлый номер. Ничего я не купил в Стиме по скидке. На этой распродаже ничего. А так практически все, наверное. Потому что до поры до времени можно играть в пиратку. А потом можно и... Когда скидка, уже можно покупать игрушку. Почему нет? Я думаю, все так делают. А если кто-то так не делает, ну, беда, наверное. Без понятия, как процветает Twitch. Без понятия. Не спам, я читаю, просто... Чат все равно идет быстро. Я только одно это сообщение видел. Если ты у меня в друзьях есть, если мы вместе в ОСУ играли, то да, привет. Если нет, то я тебя не помню, хоть убей. Так, давайте пойдем попробуем станцию построить. Или нет. Или давайте лучше эту облагородим. Ну, мне все равно туда надо идти, потому что там у меня лежит весь стройматериал. Ну и что? Будем ехать, не будем? А, тут же не запущено ничего. Окей. Стрим, ну, по идее, должен идти 720 пикселей. HD. Автозапуск я пока не делаю, потому что я не знаю... где будет вообще находиться станция, окончание станции. Ты в друзьях есть? Ну тогда привет, да, Александр Тихонов, да. Напиши потом в личку, ты это или не ты, потому что я не уверен. Почему-то. До деревни. Вот здесь вот, если вылезти. Вот тут вот. Там еще блоков 40, наверное, пройти.
проблему с рассыпанием картинки. Ну, пока что так, потому что у людей тогда может бы и лагать. Не знаю, почему картинка при движении рассыпается. Без понятия. Не, каблу надо выкинуть. Забираю только хорошие стройматериалы. Нет, Dota 2 не нужна. Я в нее не играю, она у меня есть. Мне ее Steam подарил. Гипнорейн, зачем тебе этот вопрос? Да, есть, но зачем? Зачем? Просто зачем, я не понимаю. Если бы девушка спрашивала, это еще понятно. Но парню зачем это знать? Какую большую, самую большую рыбу я поймал? Да не помню. В общем-то, я не ради улова, а ради процесса. Если рыбачить ради улова, то можно быстро разочароваться. На Assassin's Creed 3, да, я бы в него поиграл. А Minecraft лицензионный у меня уже есть. Мне его овощ подарил, который, по-моему, еще смотрит этот стрим. Спасибо, кстати, еще раз. Это правда офигенный подарок. Гранит в армии. По-моему, Гранит уже года 3 не снимает. Извините, что-то пищит. Подождите секунду. Так, я вроде бы тут. Надеюсь, не сильно шумел. Это... Да в телевизоре какой-то... На кухне стоит телевизор, он работает, там какой-то сериал идет. Без понятия. И у них там то ли будильник, то ли еще какая-то хрень. Не суть. Так, сейчас, подождите, почитаю чат. Что-то там... Да, что-то там писали. Нет, всякую чушь писали. Я ничего не пропустил. Нет, стрим всю ночь не будет. Иначе такой же перерыв в 2-3 дня в видео летсплеях. Правда, 9 месяцев всего Гранит не снимает. Что-то мне не верится. По-моему, когда я только начинал снимать, он уже не выпускал видео, а... И я снимаю уже год, так что... Либо он 2 года служит в прошлом где-то, либо я не знаю. На будущее в Майнхаке пока что никаких... Ничего не буду оглашать. Так, не сбивайте меня с мысли. Дайте обустроить все это барахло. Всю эту станцию. Нет, все правильно тут. Не сюда. Так.
Киркана, что зачаровано. Фортуна 2, Efficiency 3, Unbreaking 3. Почему я не играю в Super Hostile? Потому что на них надо очень много времени тратить. Да и одному их проходить тоже. Сложно. Весьма. Ну, больше по той причине, что я... Что они требуют слишком много времени. Так. Давайте сначала вход сделаю. Не так. Это убого. Этот камень тут не нужен. Спокойной ночи, человек, ник которого я не могу прочитать, потому что он кислотный. Кислотного цвета. Не буду я ставить ступеньки из песчаника. Я знаю, как все здесь должно выглядеть. Так что... Блин, нет, наверное, слишком близко начал. Во. Не, отстой. Полный отстой. Как-то оно странно выглядит. Обычно такая штука у меня только на спуске. Нет, опять не то. Да, вот так вот и туда-сюда бегаешь обычно. Нет, я не занимался никаким спортом. О, а вот так уже лучше. Да, я сам дизайн придумал. Карту на прохождение. Хотел сегодня начать, но, как видите, еще не начал. Думаю, завтра или послезавтра. Если меня отвлекать не будут, то как только будет свободное время. Спокойной ночи, Владимир, 1992-222. Жду ли я Майнкрафт 1.5? Наверное. Не знаю. Выйдет хорошо. Не выйдет, да и хрен с ним. Ничего страшного не случится, если Майнкрафт 1.5 не выпустят. Но его выпустят. Обязательно. Как же без этого? И название апдейта уже объявили. Redstone апдейт. Правда, нас, по-моему, опять опрокинули с мод API, с поддержкой модов. Точнее, нам сказали, что мы вообще такого не планировали. Чуть ли не нафиг послали. Полдесятого в Калининграде. Нет, я не смотрю Омское ТВ. Что значит темнота в ступеньках? Вот это вот в углах, это баг Майнкрафта, баг освещения. Ничего не сделать. Ну, точнее, говорят, что можно сделать как-то вот так. Сейчас и проверим. Да. Но
Вот так говорят, как это можно пофиксить. Но делать это во всех углах мне что-то не очень хочется. Ну, посмотрим, посмотрим. Кто закроется? Майнкрафт закроется после 2.0? Что за абсурд? Это бред. Просто бред. Я даже не буду объяснять, почему. Я думаю, это очевидно. Я смотрю и то, и B-double-O не смотрю. Хватит спрашивать, знаю ли я того, знаю ли я этого. Я мало кого знаю в Майнкрафте. Я мало кого смотрю, точнее. Если WoW закроется, вот это да, печаль. Если WoW закроется, то по стране прокатится волна, я не знаю, безумия. Если закроется WoW, линейка и прочее, то в стране не будет демографического кризиса. Так что ждем, ждем, когда WoW нахрен закроют. Если его, конечно, закроют, потому что это миллионы долларов в год. Если не десятки миллионов долларов, если не сотни. Джепмайн не бросит. И они его все не бросят, потому что это офигеть какой источник дохода. Это очевидно, ребят. Эти люди получают с Майнкрафта прибыль. Ну, считайте, вот одна копия Майнкрафта это 20 миллионов, 20 евро. Одна копия. А ее Майнкрафт уже купила 8 с лишним миллионов человек. И с каждым днем этих людей больше. А плюс всякие футболочки, значочки и прочая хренотень. Как думаете, бросят ли они? Пока Майнкрафт приносит деньги, его не бросят. Это глупо. Это было бы глупо. Это у нас могут большой проект закрыть, а на Западе нет. Да, я играл Perfect World за друида. Но я играл на каком-то X дохрена серве. То есть, ну, PvP серв. Бросил. На Mail.ru никому не советую играть, потому что это Mail.ru. Спокойной ночи всем, кто уходит. Заранее даже всем спокойной ночи. Я понимаю, время позднее, но... Вот как-то так мне захотелось постримить именно в это время. Ну, я думаю, этот слой тоже надо менять. Потому что здесь арки, и как-то не в тему будет, если будет ступенька над ними идти. Хотя, посмотрим. Главное не бояться экспериментировать. Не, убого. Это убого. В линейке темный лучник, темный даггер. А ТХ не рулят нифига. Да. ТХ никогда не рулили. Они просто толстые и все. Они только за счет кучи ХП вытягивают. Это факт. Ну, конечно, если говорилось пряморукого ТХ найти, да. Он мог разрулить много кого. Посмотрите записи GA1. Ну, я не знаю, GA1 я его обычно называл. Кореец играет за АВ на... Играл на корейском офе. Вот там, да, там скилл у человека. А всякие ДВП и же с ними это не скилл, это донат. Рулить с переточенным шмотом на офе, да еще и под бафом, под фулбафом, это, под фулбафом это не то чтобы не проблема, это вообще ничто. Просто нажать одну кнопку и завалить кого угодно. Нет, не люблю рэп, не слушаю. Отечественный в частности. Ну, если Тупак или Эминем, это да. А отечественные вообще никак. И вообще, рэп — это черная культура. Я уже отвечал на этот вопрос, в общем-то.
Ретро, люблю ретро, почему нет? На серве сейчас я и Dream Master, но он АФК. Он на ферме опыта. Так, ладно, потолок потом поменяем. Нирвану нет, не слушаю. Не знаю. Не то чтобы не нравится, просто не слушаю. Два два восемь за мной не придет, я не наркоман. Если я правильно помню. А вообще не смешно. Ну, если давно подписан, то... Ну, вообще у тебя ник, конечно, да. Ник Slowpoke 112233. У меня домашние питомцы улитки. Если давно подписан, то должен знать. Ну, как я уже говорю, ник говорящий. Сам за себя. Не знаю, как я буду обеспечивать себя в будущем. Кем вы видите себя через 10 лет? Без понятия. Может, завтра конец света, и мы все станем зомби. Тогда я буду обеспечивать себя тем, что буду жрать спецназовцев каких-нибудь. Макс Пейн 3 не играл. Друг, который фанат Макса Пейна, говорит, что сначала не понравилось, а потом все-таки решил, что охренительная получилась игрушка. Майнкрафт перестанет быть кубическим. Отлично. Сам-то понял, что сказал? Смотришь ли видео Мэла? Да, я смотрю видео Мэла. Неужели вам это так интересно? Кого я смотрю? Ну правда, вот тут не пофигу ли? Нет, не проходил. Я на чем закончил, на том остановился. В Айзеке. И Айзека с того момента я запускал только один раз. Ну, не знаю. Не очень соскучился по этой игре, так что... Так как-то. Блин, у меня кончились доски березовые. Бобу Марли нормально. Отношусь к Бобу Марли. Почему нет? Красной культуре, опять же. Та раста культура, которая есть в России, я не говорю за Украину и Белоруссию, потому что... Или Беларусь. Потому что не знаю. Но в России это... Это не раста культура. Это наркоманы в шапках. По большей части. Конечно, есть, так сказать, настоящие представители этой субкультуры, но... По большому счету это не то. Не то, что... В оригинале, так скажем. Артфолк коллектив не ведь. Нет, не слышал. Я думаю, я ничего не потерял. Может быть, конечно, я предвзято отношусь, но... Заранее уже предвзято отношусь, но... Что-то не внушает доверия мне этот артфолк. Не буду я делать потайную комнату, она нафиг не нужна. Вот моя потайная комната. Вот моя потайная комната, вот все есть. Никто туда не залезет. Что бы я лично добавил в Майнкрафт? Не знаю. Не знаю. Мод API добавил бы, наверное. Поддержку модов. Официальную, чтобы она не глючила. Вообще, в принципе, хоть какую-нибудь поддержку модов. И этого достаточно. Это, в общем-то, все, что сейчас требуется от разрабов Майнкрафта. Добавить, наконец-то, поддержку модов. Ну, я так чувствую, фиг. Фиг нам. Так, сейчас пойдем выращивать много-много берез и рубить их киркой.
Может, и никакой. B-double-O. Не хочу я смотреть B-double-O. Почему-то нет. Почему-то нет. Блин, куда я делал все саплинги? Во. Майнкрафт на другой движок. Зачем? Ну, он, конечно, я выключенная, но я не думаю, что они будут это делать. Это всю игру надо переписывать. Всю. Это просто невозможно. Да, Джейко, это нормально. Так, сейчас мы тут немножко на эндерняш поохотимся. Так, эндермен. О, бежим, 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 бежим. Блин, плохо, там крипер над башкой. Владикавказу привет. Окей, спокойной ночи. Только хватит флудить в чат. Нет, в Майнхаке никто не убивал дракона. Так, я сюда вообще вышел за этим самым, за березами. Ну, раз пошла такая пьянка, давайте завалим вон того зеленого уродца. Да, лаги на Майнкрафт, на Майнхаке работают таким образом. Вообще, лаги работают на меня. В том плане, что моба можно завалить даже в полете. То есть он у меня фактически еще в полете находится, я его уже завалил. Когда я планирую закончить с Майнкрафтом, ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы я закончил с Майнкрафтом? Если нет, то зачем задавать такие вопросы? Как мне реклама на Твиче? В смысле? Она тут есть. Это все. Она меня не беспокоит совершенно. Да, сейчас, наверное, дострою станцию с этого конца и будем заканчивать. Будем прощаться, потому что стрим идет уже 2 часа почти. Это достаточно. Если будет стрим по Don't Starve, то он либо будет позже, либо уже, наверное, завтра, потому что зрителей все меньше и меньше. У нас уже 300 человек. Так что может быть завтра, может быть и не завтра. Не знаю, короче, ничего не обещаю, но этот стрим будем заканчивать. Стрим идет 2 часа. Он начался в 8 часов по моему времени, закончится в 10 примерно. Мне поступок группы пусть рает. Хотят сходить с ума, пусть сходят. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Нет, я не болел часто. Это мой нормальный голос. Обычный. От природы он у меня такой. Что вы нашли в моем голосе? Обычный голос. Низкий. Вау. Вау. Да, завтра будет LP. Как обычно. Окей, спасибо, но я не думаю, что у меня обычный голос. Нет, я не смотрю рестлинг. Да, я атеист. Ни во что, кроме Майна, я сейчас не играю. Ни в данный момент, ни вообще.
Задавайте вопросы, пока я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я не буду дотягивать стрим искусственно до 23. Если я закончу в 23.00 делать станцию, то так и быть. Если нет, то нет. Я не просто молчу, я читаю вопросы, ищу хоть что-нибудь нормальное, на что можно ответить. Разрабы Майнкрафта и так оптимизируют его с каждой версией. Каждый раз. Может быть, не каждый, но часто. Нет, не играл в космических рейнджеров. Я, по-моему, стратегии, я не люблю стратегии. Никакие. Нет, я не смотрел новых Шерлоков Холмсов и... Ну как, я видел какого-то нового, который там... Если ты про сериал, то сериал полный отстой, потому что Шерлок, который говорит по телефону, по мобильному, меня просто не вызывает доверия. Он не Шерлок. Если бы этот сериал назывался «Мужик-детектив» с дедуктивным методом, это да. Назвать сериал «Шерлок Холмс» и просто перенести действие в наше время... Нельзя так просто взять и перенести действие в наше время у Шерлока Холмса. Это должна быть Англия тех времен. Я просто не помню, какие там года были. А если фильмы Шерлок Холмс, то они замечательны. А Роберт Дауни-младший очень хорошо вжился в роль. А ровно как и в роль Железного Человека. Нет, я не курю. Не курю и не курил, и не буду курить никогда. Это вредно и бессмысленно. Да к тому же трата денег. Ферма Чешуйниц. Я не знаю, где находится портал в край. Здесь, на серве. Даже если узнаю, приватизировать... Сейчас, секунду. В общем, приватизировать этот спавнер я не буду. Зачем выше доставать? Березы... Как раз... той высоты, которую можно достать. Нет, я не читаю МДК. С новыми туториалами, может быть, будут. Я пока не знаю, что снимать. God of War 3 нет, не нравится. Я не играл, но... По-моему, это консольная такая забава. Я не понимаю, почему... Современные игры внезапно решили, что мы не можем сесть за укрытие и дали нам возможность прилипать к стене по нажатию кнопки. Просто зачем? Я могу подойти вот так вот и встать за камень. Зачем мне кнопка, чтобы прилипнуть вот к этому блоку? И поэтому я всякие God of War и прочие не играю. Ну, God of War, это который про Кратоса. Но все равно. Как бы и по этой причине я тоже не играю. Ну и потому что там в основном все новые игры это один большой quick time event. То есть нажмите X, чтобы увернуться, нажмите там что-то еще, чтобы прыгнуть, там, чтобы вырубить. В старом, там, вот в нового Хитмана я играл буквально где-то полчаса, пока он не вылетел. Тоже подкрасться сзади к врагу, и появляется несколько вариантов, там, несколько кнопок нажать, чтобы то или иное действие было. Как бы мы раньше вполне себе свободно брали удавку в Хитмане, просто подходили и просто душили. Теперь надо нажать какую-то специальную кнопочку. Нахрена? Не знаю. Нахрена это на ПК-версии. То есть на консоли, да, но на ПК
бесполезно. У нас, блин, 100 кнопок. Зачем на них на все делать какое-то управление? Ладно, меня немного понесло. Нет, мне не нравится код Modern Warfare. Ни первый, ни вторая, ни третья. Я признаю только Call of Duty 1 и Call of Duty 2. Старые. Все. Все остальное лично для меня это мертвая часть серии. Так, надо высадить немного березок. Нет, не играл в Hitman Contract. Друг, который фанат Макса Пейна, про которого я говорил, вот он играл. Он всех Хитманов, всего Макс Пейна прошел уже раз по 50, наверное. В том числе и заставлял скачивать меня. Давай скачаем, давай скачаем, давай скачаем. Скачивал я ему, он даже на моем компе их проходил при мне. Меня как-то эта серия не зацепила. Но нового Хитмана я пройду, наверное. Он довольно интересный. По крайней мере, первая миссия мне понравилась. Правда, Диану за что-то завалили, но бог с ней. Я не привязан к персонажам. Ребята, все, что дальше первого и второго Call of Duty, я не играл практически. Либо практически не играл, либо вообще не играл. И играть не буду. Мне эти не нравятся, эти части серии. То есть я их не признаю как продолжение. Почему я такой добрый? Я не очень добрый. Ну... Такой уж я человек. Сислон X. Я не заспойлерил про Диану. Просто это происходит в первые 10 минут игры. Так что... Хотя, может, ее не убивают. Хрен его знает. Как бы... Не факт. Сюжет может пойти по-другому. Ну, как бы, я играл первые полчаса, так что... Это не спойлер. Да, я есть в скайпе, но никого не добавляю, даже не пытайтесь. Нет, я не играл Tomb Raider. Точнее, я играл в какую-то из первых частей, но она такая неуклюжая была, что ну, практически неиграбельная для меня. По-моему, даже порт с PlayStation был. Я не буду контестир. Я не буду это говорить. Я это говорил в начале. В начале стрима. Да, я играл на Денди. Конечно. У меня в детстве был Денди. Приятного аппетита, Дизам. Приятного аппетита. Наверное, картошечку все-таки сделал, да? Сейчас тоже закончу стрим и пойду чего-нибудь себе сварганю. Не будет конца света, зачем вы это меня спрашиваете? Блин, вы меня в четвертый стрим подряд это спрашиваете. Вы хотите, чтобы он был? Вообще, зачем вам это знать? Пожалуйста, пожалуйста, объясните, на кой хрен вам это знать? Я не понимаю. Просто не понимаю. Нет, я не играл в Сэмп или Самп. Что-то знакомое по плане названия, но я не помню вообще, за что эта игра. Ну, не играл вообще. Нет, у меня нет машины. Джованни Ченнел, нет, я не буду это говорить. Никогда. Угомонитесь. Угомонитесь, я ничего не буду говорить ни по чьей просьбе. У меня сейчас все стримы, которые были, они больше с креативным уклоном. Ну, потому что повыживать можно и на видео для LP, например. Ну, видимо, никак не повыживать, а пободаться с мобами. А стримы как раз-таки вот для такой вот беседы и постройки подходят очень даже.
картинку сделал, скидывай либо в личку ВКонтакте, это Лемон336, либо в личку ВКонтакте с ссылкой на Радикал, например, либо в группу заливай, ну, как хочешь. Если лично мне, то в личку ВКонтакте. Хватит спрашивать, какие вопросы, что бы я хотел в ближайших изменениях Майнкрафта. Хватит. Я не знаю, что я хотел бы. Я доверяю это дело Джебу и команде. Джеб и Ко. Пускай они решают эту их работу. Я без понятия. Любишь ли ты своих родителей? Ну, блин, что за вопрос? Конечно, я люблю своих родителей. Блин. Как будто есть люди, которые ненавидят своих родителей. Я не понимаю, чем вы руководствуетесь, когда задаете эти вопросы. Когда задаете такие вопросы. К продуктам с open source исходником? Да, отлично. Люди могут под них более точно подгонять программы, моды там и прочее. Нет, я не смотрю «Ходячих мертвецов». Да, Jump Rose, конечно, поздравил. Кирка зачарована на Фортуну 2, Efficiency 3 и Unbreaking 3. Нет, мне не жалко кирки, чтобы ломать дерево. Я предпочитаю есть еду. Дизам, я просто думал, ты не мне этот вопрос задал куда-то в чате. Нет, у меня нет прав. Ни машина не прав. Секретный проект. Увидите, когда он будет готов. Эту часть я не покажу на стриме. По-моему, там кусок каблы был. Или мне показалось? Не. Блин, что я сделал, а? Я же хотел все сделать не так. Ё-моё. Ё-моё. Так, сейчас, секунду. Называется, задумался и заболтался. Вообще, сделал не так, как хотел. Черных пятен... Да знаю я, что там факел можно поставить. Не хочу. Пускай джеб исправляет. Я ничего не буду вносить, никаких изменений в конструкцию. Как-то странно смотрится. Нет, я не могу сделать фон для канала. Это не я делал фон для своего канала. Это делал человек под ником Неркин. Я не знаю, он, по-моему, не делает фоны под заказ. Но... В общем-то, я, конечно, могу спросить, но... Нет, хотя нет, не буду спрашивать. Захочет сам. Если он смотрит или в записи будет смотреть, то он вам ответит. Нет, я не играю в Ghost Crest, Ghost Crust... Что там написано? Экликсиум, поздравляю с днем рождения.
Так. Сейчас посмотрим, как все это будет смотреться. No mercy, нет, я не могу попросить, чтобы сделал. Я не люблю тревожить одних людей по просьбе других людей. Просто не могу. И не люблю, и не могу, и не хочу. Если он сам решит, что это нужно, то я думаю, он сам напишет. Ну, по-моему, неплохо. Да, а вот сюда табличку можно присобачить. Или сбоку где-нибудь поставить. Сейчас попробуем по-другому. Вот так. Будет она работать. Да, будет. Отлично. Отлично, мне нравится. И вагонетку сразу видно, что она тут есть. Как вам вообще идея и воплощение? Вот это вот не в счет. Вот так вот он как смотрится? Нет? Чатик. Спасибо, все. Можно заканчивать флут. Так. Ну что, в общем-то, да, наверное, закончено все. Надо только каких-нибудь элементов добавить из декора. Если здесь кресты добавить, это будет стрёмно. Ладно, я пока эту стену оставлю, и вот эту тоже. Может быть, тут будет какая-нибудь автоматическое что-нибудь. Так что, видимо, будем заканчивать. Либо доделаем это в следующий раз, либо я доделаю это вне видео и покажу потом уже в отчете. 200, по-моему, 300 человек сегодня было в пике. Большое вам спасибо, что пришли на стрим. Было очень приятно пообщаться, приятно поотвечать на ваши вопросы. Мы прекрасно провели время, я прекрасно провел время, надеюсь, что вы тоже. Спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, когда это видео будет на YouTube. Всем пока!